Я сегодня узнал о том, что чартер, про который они говорили, не-не, сейчас власти организуют чартер, все привезем, он переносится с 15 апреля завтрашнего дня из Китая минимум на 18, минимум на 18 апреля. И вы понимаете, что это как бы является полным бредом. У нас страна находится сегодня в кризисе социальном, эпидемиологическом, экономическом и так далее. И у нас прошло несколько месяцев с момента, как есть первый инфицированный, хотя кричал, и никто меня не хотел тогда слушать, что нужно срочно принимать меры. И получается так, что второй месяц нашей власти, это каким надо быть тупым организатором или бестолковым, чтобы не организовать самолет в Китай, который туда летит и обратно с посадкой, погрузкой, отдыха экипажа, напоминаю, говорил старому в Румынии, это занимает всего лишь 39 часов, менее 2 суток. И они этот рейс переносят, и врачи должны продолжать ждать защитные халаты, экипировку, очки. Но самое страшное, что заказано, повторяю, 220 тысяч респираторов, которые сегодня не являются защитными для медицинского персонала, который входит в контакт ежедневно с инфицированными.